Ну что, ребята, тронули на рыбалочку на берег. С Божьей помощью по берегу заедем. Как будем на месте пребывания. Так что, если что, мы вам сразу сообщим. Так что, если что, приезжайте вместе с нами, там шашлык, машлык, башлык, посидим, о жизни поговорим. Ну и все будет ровно. Так что, подписчики, пишите, звоните. Мы вас ждем, все будет ровно. С вами Иришка, Чеки-Пики и Безумный Паша. Когда? Все будет ровно. Хай-фай. А чё, погромче никак? Чё мы? Погромче никак. Едем, едем из гаража, блин, папину победу. Едем, едем в соседнее село, на дискотеку. Ну вот и добрались до берега. Сейчас пойдем удочку закидывать. Костер разжег. А Ирка приехала у меня и спать завалилась. Вот так вот. Не выспался ребенок мой. Так что будем отдыхать. Пойдем сейчас рыбу ловить. Вот так. Ну вот, подписчики прибыли в правильное место назначения. Так что приезжайте. Если что, мы вот сейчас на природе, так что, если что, там шашлык, машлык, башлык, так что пишите, подписывайтесь, с вами была Иришка Чики-Пики, и все будет ровно, так что давайте, хали-гали, сапоги-сандали, Чики-Пики. Скоро шашлык. Что надо, маленько, вспомнил, короче, вижу. Что, Паша, как, кругляшками порезал? Ну, конечно, вилочки же взяли с собой, так, нормально. А может так, на четыре части? Ну, разрежь так, ни разницы нет, что. Сейчас попозже шашлык маленько подтает. Ну шашлык сейчас это. Ну я говорю, сейчас маленько подтает. Сейчас и это сейчас, ну, дрова прогорят, чтобы угли были. Угу. И все. Полянку вот мою эту испортили здесь, блядь, трактор этот ебаный. Такой. Вот. Вон там бревно-то это вон, оно же вот тут было. Угу. Его вон туда утолкали. Ну, даже грузди сухие лежат, червивые. Ну, а с утра он, мужик, ходил, сырьешек набрал здесь, он показывал мне, подходил. О. Ты далеко не выкидывай. А чё, я в костер он закинул, сгорит. Какая разница тебе? Чё мусорить-то? Ой, блин, а здесь у тебя прям чистота и порядок. Что, сейчас это разгорится, надо будет, наверное, картошечки закинем, попекем. Ну да, угли будут сейчас, мы закинем. Ну, так что, подписчики, подъезжайте, если что. У нас тут скоро шашлык будем жарить. Так что мы вас ждем, мы сегодня на природе. Так что, чики-пики. Красота, да и только. Ну вот, удочку закинули. Тут, видно, мост собираются строить. Землю отсыпали. Ну а так... Отдыхающих у нас нету нынче. Не знаю, куда все, весь народ подевался. Дорогу вот выложили здесь, не знаю. Местные говорят, вроде как будут мост делать. Только не знаю, насколько это правда. И когда его сделают. Будем рыбачить. Там на том берегу какие-то соседи балабулят. Ждем поклевки. Ну, вот сейчас червячков новых оденем. Вот так. Так, главное, чтобы не запуталось. Не запуталось, не зацепилось. Скажем так, это груз. Он у тебя не слетит? А ты тогда что кидал, кирпич? Или просто да, тоже камень? Да, кирпич кидал. Мы сейчас попробуем. Должно получиться. Так.
Ну ладно, с Богом. Пидорас. Камень, сука, слетел. Ладно, пойду искать новый груз. С Богом. Что, много лески размотал? Туда хорошо. Ну вот, с почином, Павел, тебя первая рыба. Значит, рыба есть. Будем рыбачить дальше. Дальше будет больше. Вот шашлычок сейчас будем готовить. Сейчас лучку положим маленько на каждый кузнечок. Накладываю. Как раз ну, там дрова прогорели. Сейчас на углях, ну сейчас пожарим. Тут еще вон, мы же не будем все за раз жарить. Нет, конечно. Но я специально брал, чтобы на два раза пожарить. Что нам много надо, что ли? Да, да. Сделаем шашлычка. Ну вот, поставили шашлычок жарить. Сейчас пожарим его. Будет все ништяк. Ну там картошечку еще закинули. Картошечку закинули, но сейчас картошечка еще припечется. Это будет нормально. Так что приезжайте, и вас приезжайте, накормим. В гости, да. Покупаемся, порыбачим. Шашлыка поедим. Все будет ништяк. Безумный Паш с вами, как всегда. Вот сейчас. Это у тебя с уксусом, да? Да, с уксусом вода. Но это я специально взял просто для... А ты уксус не переборщил? Нет. Тут же маринад именно сделанный. Ну, я специально сделал чисто для полива. Сейчас маленько уже и готовый шашлычок. Картошка будет. Там что, ты мешал? Пусть пекется. Не сгорит? Не сгорит. А, то есть... То... Что сгорит, то не съедим. Не сгниет, да? Ну вот, скоро шашлычок. Ништяк все будет. Сейчас дожарим. Да я пойду еще окунусь. Ну вот, и шашлычок готов. Сейчас. Сейчас подожди, маленько подстынет. Мне же его надо расчехлить. Ну дай хоть посмотрю. Да. И... Что ты луком-то раскидываешь? Сейчас мы снимем шашлычок с лучком вместе. Все как полагается. Дурки, блядь. Да цепись ты, блядь. Ну вот, шашлычок готов. Так что приступим к кушанию, к трапезе. Шикарно. Он хоть готовился? Конечно. Так что... Всем приятного аппетита. Если что, приезжайте в гости. Всех. Ну вот и картофан подошел. Сейчас мы его почистим.
А что ты руками-то? Ой, ножом. Руками что-то печеную чистят. Нет, ну, я могу руками, мне разницы нет. Она еще остыла не совсем, конечно, горячая. Ну, вон с помидорками, шашлычками. Нормально все. А соль, перец по вкусу. Ну да, кому как угодно. Блин, 100 лет картошки печеной не ел. Прямо за душу хватает. Прям все от души. Все ништяк. Как-то так. Ну что, братва, пришло время искупаться. Солнце вышло. Так что все пучком. Всем удачи. Приезжайте в гости. Ига! Бля, прикольно, вода теплая. Прям супер. Приезжайте в гости. Вместе искупаемся, шашлыков поедим. Как-то так, Безумный Паш с вами. Вот жена купается. Всем привет! Буфет от Гришки Чики-Пики. Приезжайте, отдохнем, шашлык, башлык. Тише, воду не хлебай. Ну все. Вот жена купается. Всем привет! Буфет от Гришки Чики-Пики. Приезжайте, отдохнем, шашлык, башлык. Подписчики и подписчицы, пишите, звоните. Приезжайте к нам на мои любимые березки. Если что, я поляну накрою, посидим, о жизни поговорим. Но и все будет ровно. Так что я вас жду. Если что, вы знаете, как меня набрать. Все будет. Чики-Пики.